Ограничить права постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это скандальная инициатива исходит от Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. И речь в первую очередь идет о праве вето. Если подобное решение будет принято, то это будет означать кардинальный пересмотр принципов работы ООН. Несмотря на то, что автор инициативы не назвал страну-адресата своего предложения, очевидно, что имеется в виду Россия. Ограничив возможности Москвы, ООН сможет влиять на гуманитарную ситуацию в Сирии, считают в организации. Москва и Вашингтон сегодня вновь обменялись жесткими заявлениями, возложив вину за срыв переговоров по Сирии друг на друга. И ко мне сейчас присоединяется мой коллега Евгений Маслов. Приветствую, Женя, и мы ждем подробностей. Приветствую, Лиза. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что ограничение права вето для членов Совета Безопасности теперь единственная возможность реально повлиять на события в Сирии. Правом вето, я напомню, обладают 5 постоянных членов Совбеза. Это США, Россия, Китай, Франция, Великобритания. Не секрет, что Россия, как правило, блокирует все резолюции Совбеза, призывающие к отставке Башара Асада. И, как считают многие в Организации Объединенных Наций, пока Башар Асад остается у власти, процесс мирного урегулирования невозможен, и, соответственно, затягивается гражданская война. Представитель Верховного комиссара ООН пояснил сегодня, что речь не идет о предложении отказать в праве вето вообще. Совбезу предлагают выработать критерии для сдерживания членов Совбеза от использования права вето в тех случаях, когда принимаются решения в связи с военными преступлениями или геноцидом. Верховный комиссар убежден, что пришло время решительных действий. Совет Безопасности ООН должен без промедления утвердить новые критерии, не позволяющие использовать право вето, когда речь идет о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде. Нас особенно беспокоит ведение боевых действий в густонаселенных районах. Перспектива ограничения использования права вето маловероятна. Этот вопрос не раз уже поднимался в ООН. Против предложения выступает Россия. Его, очевидно, не поддерживают и Соединенные Штаты, использующие право вето, как правило, когда речь заходит о резолюциях, которые с точки зрения США являются антиизраильскими. Так или иначе, вопрос о праве вето возник сегодня опять как реакция на прекращение переговоров по Сирии между Россией и США. Вашингтон ответственность за срыв переговоров возложил на Москву. В частности, об этом заявил сегодня Джон Керри. Теперь мы совершенно уверены в том, что наша позиция по Сирии верна, и с сожалением и даже негодованием вынуждены признать, что Россия закрывает глаза на преступления Башара Асада, на использование им оружия против своего же народа, в том числе химического оружия и бочковых бомб. И похоже, что Россия и сирийский режим вместе решили отказаться от дипломатии ради военной победы. В Москве, как вы понимаете, придерживаются противоположной точки зрения. Сергей Лавров сегодня объяснил прекращение переговоров США с позицией России. К сожалению, было с самого начала немало желающих эти договоренности развалить, в том числе и внутри американской администрации. И, как вы знаете, к сожалению, к огромному, вчера это удалось сделать тем, кто выступает против политического регулирования сирийского кризиса, против выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности и явно вынашивает планы силового сценария. Ситуация в Сирии теперь, похоже, будет только осложняться. Сегодня, к тому же, в Москве подтвердили, что в Арабскую Республику доставлена батарея зенитной ракетной системы С-300. В Вашингтоне отметили, что мотивы размещения Москвой нового вооружения в Сирии пока непонятны. Представители администрации Соединенных Штатов отмечают, что такая система потенциально способна перехватывать любой вид американских крылатых ракет в случае атаки в Сирии. Так или иначе, Москва, очевидно, усиливает свое военное присутствие в Сирии. Коллеги. Спасибо, Евгений. Мой коллега Евгений Маслов от штаб-квартиры ООН.